Кировском районе продолжают работать пункты обращения граждан к ВРИО губернатора. Там работают волонтеры. Они помогают решить интересующий вопрос в рамках своей компетенции или советуют написать обращение, которое отправится в приемную губернатора. На территории Кировского района работает 3 таких пункта, находящихся по адресам: Ташкентская 139, Каховская 21, Свободы 194. График работы с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Информирует телеграм-канал Кировского района. Перевозчик скорректировал расписание на автобусном маршруте номер 63, автостанция «Аврора», совхоз «Рубежная». Месяц назад на горячую линию по транспорту обратились жители совхоза и попросили увеличить количество машин на маршруте и уменьшить интервал ожидания. С 1 июля скорректировано расписание на маршруте. Ознакомиться с ним можно в телеграм-канале городского департамента транспорта. В качестве одной из дополнительных мер соцподдержки семей с детьми департамент опеки предоставляет единовременное пособие выпускникам общеобразовательных организаций, являющихся инвалидами. По вопросам выплаты можно обратиться в профильный департамент по адресу: улица Некрасовская, 63, 3 этаж, 3 кабинет, или позвонить по телефону 340-08-47. Также эту выплату можно оформить в МФЦ или на региональном портале госуслуг. В Ленинском районе активные пенсионеры поддерживают здоровье занятиями на свежем воздухе. Тренер по месту жительства проводит занятия для всех желающих. Бодрость духа и позитивное настроение обеспечены, заверяет телеграм-канал Ленинского района.